Всем привет! Сегодня хочу поделиться, что я делаю с патчей. Ну, все привыкли, под глаза утром налеплять. Это лайфхак? Ну, как хотите, так и называйте. А я беру патчи, вот такой вот один, хватает с ушами. То есть у меня в отход не идет ничего, я ее не делаю так, как делают обычно. И беру кипяток. Заливаю это дело кипятком. Немного. То есть она растворяется. И нам нужно еще пульверизатор. Вот. Что я с этим делаю? Как растворяется? Переливаю это в бутылку. Мою волосы. Ну, то есть купаюсь. И получается и на волосы, и на тело, и на лицо. Эффект изумительный. Попробуйте, можете, вам пригодится, понравится. Я для себя открыла ее вот так. Любое удобное время, а не только вечер. Я вообще-то это делаю по утрам, так как я сейчас тоже помыла голову, то есть приняла душ. Ну, как высохнут волосы, высушу, покажу, какой у меня эффект на голове. Лосьон, если будет. Да? Да, лосьон получается. Покажи, лежи. То есть не забывайте, что кипяток, горячая вода, то есть чуть-чуть даете вот остыть, а потом уже и переливайте и наносите. Ну вот, я правда посушила волосы, так как мне надо выходить. Вот какой эффект от патчи на волосах. Ну, естественно, их кожа тоже очень нежная. То есть ты не только на волосы, но вообще везде на кожу. Да.